Приветствую. Подпишитесь на канал, ставьте лайк. Заходим. Google, вот у нас банк. Вот. Так. Так, у нас есть детский депозит. А, давайте сначала остановимся на Apple. Это выгодная возможность для любого гражданина Республики Казахстан открыть на свое имя, либо на имя ребенка образовательный накопительный вклад, который в будущем можно использовать на оплату профессионально-технической и высшего образования в Казахстане и за рубежом. Ставка вознаграждения 3 года 12% годовых, 5 лет 2,5 годовых, да, на 5 лет. Ежегодная премия государства 7%, это для детей-сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с инвалидностью, детей из многодетных семей, детей из малообеспеченных семей. Остальные категории – это 5%. Максимальный размер премии государства не более 100-кратного размера месячных расчетных показателей установлен на соответствующий финансовый год закон о республиканском бюджете на 2024 год. 100 РМП – это 369 200 тенге. Премия государства начисляется ежегодно на фактически накопленный остаток суммы вклада по состоянию на 1 января при минимальном сроке накопления 1 год. Премия государства начисляется на срок 10 долларов. Премия государства капитализируется к основной сумме вклада, имея максимальный срок по начислению премии государства 20 лет. Так вы можете скачать договор об образовании накопительном вкладе Apple. Минимальная сумма первоначально принимаем вклады 3 месячных расчетных показателя. Вот. Так. Целевые назначения на оплату образовательных услуг. Преимущество ежемесячной капитализации вознаграждений. В случае поступления вкладчика на гарант можно будет снять всю сумму накопления с премии государства. Также можно будет продолжить накопление или перевести средства на вклад третьи лица. Премия государства, которая капитализируется на всю сумму вкладов. Накоплением можно оплатить учебу в вузах или колледжах и обучение за рубежом. Вклад защищен от любых взысканий государства и третьих лиц. Вкладчик сам определяет размер и регулярность пополнения вклада, исходя из семейного бюджета. Вклад застрахован на сумму до 10 миллионов тенге. Да, вы можете самостоятельно открыть приложение, да. В консультационном центре, в личном кабинете, с помощью видеозвонка, в любом удобном месте через консультантов можно позвонить. Кстати, можно нажать сюда. Да, тоже можете заказать звонок. Видеобанк можно открыть. Если вам нужна дополнительная информация, то есть по любому продукту депозит для детей, пишем имя, фамилию, телефон, ин. Так, я не робот, и нажимаем отправить. Все, вам перезвонят консультанты, сотрудники, вот Пассыбанк. Так, дальше у нас детский депозит. Вот в Пассыбанке вы можете открыть персональный депозит на своего ребенка с первых дней его жизни. Детский депозит имеет все преимущества депозита от Пассыбанка. На него начисляется вознаграждение 2% и премия государства в размере 20% от суммы накопления за год. Это максимально 200 РМП. Он может стать частью семейного пакета и таким образом увеличить доход по накоплению всей семьи. При достижении трехлетнего срока накопления половины договорной суммы необходимого уровня оценочного показателя, он дает право на получение кредита по ставке 5%. Это не означает, что это сумма денежная жилищная. Да. Вы можете получить жилье по ставке 5% и ниже, если владелец депозита исполнится 18 лет. Как открыть детский депозит? Если у ребенка не исполнилось 14 лет, то 14 лет депозита на детей могут открыть только взрослые, родители или другие законные представители. При открытии депозита на ребенка до 14 лет требуется его свидетельство о рождении. Один из родителей также должен иметь при себе свое удостоверение личности. Ну, вы тоже можете получить консультацию, да. Если ребенку исполнилось 14 лет, с 14 лет ребенок может самостоятельно открыть депозит в Пассыбанке, но с согласия родителей. При открытии 14 лет также требуется его свидетельство о рождении, договор открытого несовершеннолетства с письменным согласием законного представителя. Ребенку до 18 лет можно открыть депозит онлайн, позвонив по номеру 300, либо по видеозвонку. Так, вот, например, 20 тысяч, 12 лет, и уже первый курс. Отличная возможность обеспечить своего ребенка отдельным жильем к моменту, когда он окончит школу и станет студентом, открыть детский депозит первокласснику. Накопление.
если вносить всего 20 тысяч депозит ежемесячно, то за 12 лет обучения в школе накопление составит 2 миллиона 880 тысяч тенге. Процент банка 440 тысяч тенге. Премия государства 665 тысяч тенге. Общее накопление 3 миллиона 85 тысяч 326 тенге. Выплата покрытия. После этого вы сможете взять заем 3 миллиона 790 тысяч под 3,5 годовых, и тогда ваш ежемесячный платеж составит всего 18 525 тенге. Ставка от 3 до 5%. 0% комиссия за рассмотрение организации займа. Облегченная процедура подтверждения платежеспособности. Так, премия государства в размере 20% начисляется на сумму вклада не более 200 РМП. Эффективная ставка по депозиту от 2,24 до 14% годовых. Эффективная ставка по кредиту от 5,1 годовых. Открыть депозит на сына или дочь можно в любое время и в удобном месте, даже в роддоме. Для этого вам нужно просто вызвать консультанта банка. Если законным представителем ребенка является опекун, депозит открывается только в филиале банка. Если ребенку, на которого открыть депозит, еще не исполнилось 14 лет, все операции с депозитом, а именно расторжение договора, жилстрой сбережения, объединение, деление депозита, уступы, частично снять осуществляется только согласие или по решению органов опеки и попечительства. Если ребенку, на которого открыт депозит от 14 до 16 лет, все операции осуществляются только с его письменного согласия. Если ребенку не исполнилось 18 лет, его депозит решено уступать племянникам, племянницам, детям, да, двоюродным братьям, сестрам, достигшим 18 лет, двоюродным дедушкам и бабушкам. Уступку депозита ребенка не допускается напрямую его законным представителям, опекуном, попечителю, его супругам и близким родственникам ребенка. Уступку по детским депозитам осуществляется только в филиале банка. Так, депозит Арнов для ребенка, да. Дети растут быстрее, откройте на ребенку депозит Арно прямо сейчас, срок минимум на 10 лет, откладывайте понемногу, и когда ребенок станет взрослым, он сможет получать заем на приобретение жилья по самой низкой ставке, даже не имея высокого дохода. Это уже последний, называется Арно. Акул мы знаем, вот, да, акул мы знаем, детский депозит мы знаем, теперь последний Арно. Ставка вознаграждения 2% годовых, срок накопления от 10 лет до 15 лет. Срок кредитования для владельцев депозитов от 6 месяцев до 10 лет. Ставка по займу по истечении срока накопления 2% годовых. Ежегодная премия 20%. Комиссия за открытие депозита 0 тенге. Так, необходимо накопить на депозите 50% от договорной суммы в течение 10 лет минимум и достичь оценочного показателя 48, и владелец депозита может оформить жилищный заем на приобретение жилья по ставке 2% годовых. Заем оформляется только на совершеннолетних владельцев депозита, то есть ребенок должен быть от 18 лет и старше. Дополнительное преимущество. Упрощенная процедура подтверждения платежеспособности. В начале трудовой карьеры у молодых людей обычно минимальная зарплата, но владелец депозита Арнау может получить заем даже при невысоком доходе. Депозит можно открыть на ребенка любого возраста до 18 лет. Например, при открытии депозита на ребенка в возрасте 15 лет, он сможет оформить жилищный заем под 2% через 10 лет, то есть в возрасте 25 лет. Открыть депозит Арно может на ребенка могут законные представители, родители, опекун, а пополнить его не только родители и опекун, но и бабушка, дедушки, братья, сестры и даже организация. Депозит Арно нельзя делить, уступать и объединять. На депозит Арно нельзя переходить с других тарифных программ. Ставьте лайк, подпишитесь. Да, если у вас, как всегда, возникнут вопросы, пожалуйста, ставьте имя, фамилия, номер, имя, не ром, и отправь все. Консультант вам перезвонит, да. Подготовьте, кстати, тетрадь, чтобы все было подробно, да.